Что, Джеймс, вы до сих пор проводите допрос? Нет, сейчас он нам показывает. Сейчас она будет показывать, где находится респаун. Ну, как пункт респауна. Прикольно. Стою на автобазаре, человек подбегает, говорит: если ты не продашь за 10к машину, я тебя забаню. И таймит. В 2004 GTA San Andreas появилась. Возможно. А какой он уровень? Не-не, в игре какой он уровень? Не, ну хотя этот Богдан, ну, Брэдли Мантелло, он же на каком? Он на 20-м он уже отстоял. Нет. Он на 20-м уже был заместителем ФБР, отстоял лидерку ССД. Ну как бы, блин. Не знаю. Ну да, тоже может быть. Thank you.
Ладно, короче, пойду покушаю пока не. Подожди, не выгоняй его, подожди, я сейчас еще поспрашиваю кое-что. Что-что? Залезь, Джонсон, в машину, либо ПРП вытащи. You got a problem? Man, you can't be doing that to me, man. Hey, man, back off me with that bullshit. Asshole. Bolas. Pinche. Puto. You got a problem?